В Елабужском институте Казанского федерального университета стартовала смена весеннего общеобразовательного лагеря «КФУ «Умники». В нем проводят каникулы 46 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Они участвуют в увлекательных мастер-классах, квестах, лабораторно-практических занятиях и командных проектах. Здесь я встретила множество ребят, интересных учителей. Мне очень нравится тут. Я узнала много нового и не жалею о том, что пошла сюда. Для детей организовано множество направлений на выбор. Это возможность оказаться в криминалистической лаборатории или подтянуть свою финансовую грамотность, узнать о налогах, о создании своего бизнеса и понять, как бороться с аферистами. Для школьников также организованы направления по истории и лингвистике. В лингвистической школе ребята могут пообщаться с носителем английского языка. Я выбрала лингвистический класс, потому что мне очень интересно изучать языки. Мы уже общались с английским преподавателем. Она нам рассказывала про то, что как учат в Америке, про праздники, которые там есть. Вот, и, как по мне, это очень важно и очень интересно. Впереди детей ждут и другие образовательные направления. Артем Тупичкин, Ильшат Ахмадеев, Денис Сипайлов, Универ Ньюс.